Слушай же, я поведаю о славных делах призраков. Какую легенду тебе поведать? Выбирай, о чем тебе поведать. Начнем. Демоны, вороны, отцу. Мы его друга схватили! Скорее, за помощь! Призраки слышали, как в отдалении лают и рычат псы-демоны. Помогите! Мы его друга схватили! Скорее, на помощь! Псы-демоны учуяли призраков и завыли в предвкушении крови. Помогите! Мы его друга схватили! Скорее, на помощь! Призраки слышали, как в отдалении лают и рычат псы-демоны. Очень любезно.
Помогите! Моего друга схватили! Скорее, на помощь! Псы и демоны учуяли призраков и завыли в предвкушении крови. Спасибо. Вы спасли меня. Я из деревни Ацуна. Там были десятки, сотни воронов и демонов. Вот, это моя лодка. Возьмите ее. Спасите мою деревню. Ацуна призраки нашли лишь разрушение и смерть. Они надеялись, что хоть кто-то из жителей уцелел. Псы и демоны учуяли призраков и завыли в предвкушении крови. Отдохни и послушай мои истории. Выбирай, о чем тебе поведать. Одна из моих любимых легенд.
Чтобы прокормить свое многочисленное войско, монголы наводнили деревню Аой, словно саранча. Они набивали животы пищей, добытой тяжким крестьянским трудом, а жителям оставляли одни объедки. Придя в деревню, призраки решили, что монголы больше не притронутся к чужой пище. Призрак двигался тихо, как ветер. Призрак уничтожил врага издали. Перед глазами у призрака потемнело. Спасибо. Все новые враги. Мой меч пронзит тебя! Враги в ужасе смотрели, как тают их ряды. Враги стянули силы для новой атаки.
рухнул на землю последний враг, и призраки смогли отдышаться перед новым боем. Страшная опасность. Здесь можно подлечиться. Грозило поражение. Раненый призрак рухнул на землю. Очень любезно. Призраки никогда не бросали раненых союзников. Призраки готовились к следующей схватке. Жить буду. Не-не.
Призраки едва отбивались от врагов. Призрак поднялся. Он жаждал мести. Упал, но Стало ничего искать, не покинуло его. Призраки одолели врагов. Очень любезно. И приготовились к новой атаке. Враги получили подкрепление. Вернулся в бой. Не пристало нам искать мести. И все же! В бой вступили сильнейшие из вражеских воинов. Никогда не бросали раненых союзников. Можно перевести дух? Очень любезно.
призраки знали, что передышка не продлится долго. Атаковал, как гибельный вихрь. Раненый призрак рухнул на землю. Мой меч пронзит тебя! Шаг за шагом призраком подступала смерть. Спасибо. Хорошо. Получай! Призрак сразил врага метким выстрелом. Приходилось все труднее. Очень любезно. Призрак не желал сдаваться. Стало нам искать мести. Вроде на этом все.
приближалась страшная опасность. Призрак ощутил, что силы возвращаются. Не пристало нам искать мести. И все же... Призрак остался в одиночестве, но решимость его не поколебалась. Отдых.